сосредоточенность и дух соперничества. Нарды – популярная настольная игра, которая стала традиционным заводским соревнованием. В этом году она проводится уже в четвертый раз. Место встречи – детская шахматная школа номер 4. Мы сейчас с вами на нашем очень дорогом сердцу турнире по нардам. Он у нас входит в череду спортивных мероприятий. То есть помимо традиционных мы делаем не только футбол, хоккей, шахматы, силовые виды спорта, но еще предлагаем своим работникам развлечься за такой популярной игрой, как нарды. Жду это мероприятие сам с нетерпением, потому что тоже люблю, практикую и умею. Расим Кудавасов работает на Тольятти Азот в 26-м цехе. Игре в нарды его когда-то научил отец. Уважение к сопернику – вот главный принцип, который необходимо здесь соблюдать, считает наш герой. А участие в этом соревновании для Расима стало уже настоящей традицией. Подобные мероприятия нужны для того, чтобы сплотить коллектив, в выходной день встретиться с друзьями, увидеться, провести хорошо время и тем самым поговорить по душам. Нарды – настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделенной на две половины. Цель – привести все свои фишки в дом и снять их с доски раньше, чем это сделает соперник. В турнире приняли участие более 30 человек. Четвертый год подряд в нарды играет инженер-технолог Елена Буйбина. Она единственная женщина, которая сегодня принимает участие в соревновании. Что для вас самое важное в игре? Удача. Потому что без нее никак не сыграешь. Здесь как кости лягут, соперник сильный. Все бывает в игре. Турнир проходил по швейцарской системе, как в шахматах. По нескольким показателям определялся личный рейтинг игроков. 10 туров и 4 часа соревнований. Интрига сохранялась до самого конца. Все решилось в финальной игре. И вот он, долгожданный результат. Третье место у Михаила Брылькова. Серебряная медаль у Алексея Иванчика. Победителем стал Олег Новиков. В нарды, как и в шахматы, он играет с детства. Работая на Тольятти, Азот не пропустил ни одного соревнования. В этом году удача была на его стороне. Олег набрал 9 очков из 10 возможных. Есть достойные соперники, с которыми можно играть и нужно. В общем-то, развивает голову, мышление и помогает отдыхать. Это игра, я вам так скажу. Поэтому играем и играйте все. Наталья Лопатина, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти.